Что, девочки, девчоночки, девчулечки, начинается наш любимый с вами период, так сказать, в году. Это походы в парк, минусовую температуру. Зато, ебать, сразу видно закаленных мужчин. Минус 10, он еблует, блин, по парку, наслаждается природой, ну и хочет, конечно же, чтобы ты рядом с ним восторгалась этими красотами из грязи и листьев. Если будешь хорошей девочкой, тебе купят кофе из аромакавы. Мне вот нравится, когда мужчины знают, чего хотят. Вот эти хотят заболеть. Или чтобы ты заболел. Конечно, если ты заболеешь после прогулки, они тебе нихуя не привезут, потому что, ну, на бензин ты же не скидывалась. Я вот лично уже утеплилась, естественно. Для того, чтобы лежать дома, смотреть в тепленькой обстановке, пока не включили батареи, какой-то сериальчик, и в ус не дуть, потому что нахуй мне такие вообще мужики. До свидания, блядь. Девочки, девчулечки, и в любом случае, и в любом возрасте, они все девочки и девочки. Два кукурузных поля побывала в ней, она все девочка. Ну да ладно. Красиво, как она протроллила тех мужчин, которые уяснили, да, что за женщину платить не обязательно, и водят там их по паркам, там по лавочкам, там по скверикам, как бы, да. Это все весело, конечно, слушай, но насколько же вы мелочные личности, да, вот что за вас там не заплатили где-нибудь в кафе, в ресторане, и ты все, уже записываешь ролик, типа, а-ха-ха, с такой вот скрытой насмешкой, типа, ой, они закаленные мужчины. Сами просят романтики, сами просят эмоций, да. И им не является романтика то, что их ее повели в парк. Даже в минусовую температуру. Вы представляете, может быть в парке красиво. Снег там, иней на ветках, солнце светит ярко, да. Это не романтика. Куда катится этот мир вообще, а?